Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Сегодня у нас 1 октября 2017 года. Построили мы теплицу Уральская VIP. Шириной 3 метра, длиной 6 метров. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. Также на торце имеется резиновый торцевой уплотнитель. Далее есть у нас перегородка с двумя распашными дверями. Перегородка делит теплицу пополам. Также есть два форточных блока с ручным управлением. Каркас у данной теплицы сделан из профильной трубы 20 на 40 сечением. Это основная арка. Подпирающая арка из трубы 20 на 20. Арки в виде ферм. Все детали обварены, сварены между собой, обварены в круговую. Окраска каркаса полимерно-порошковым способом. Конструкция стоит у нас на брусе 100 на 150. Брус пропитан антисептиком, установлены столбики бетонные. Закреплен к ним с помощью пластин и анкеров. Поликарбонат мы использовали 4-миллиметровой толщины, 0,8 плотности. Также для большей жесткости конструкции установлены диагонали укосины на каждой стороне теплицы. Теплица получилась большая. Она, в принципе, сама по себе высота у нее большая. Удобно выращивать стенки. Прямой участок очень высокий. Очень мощный каркас. Будет с легкостью выдерживать все снеговые и ветровые нагрузки. Уральская усадьба представляет теплица Уральская премиум, 3 метра шириной, 6 метров в длину. Установлена на фундамент клиента. Труба и обшита шифером плоским. В одном торце у нас имеется дверь с форточкой. В другом торце форточка. Арки у нас 20 на 40 арочные, подпирающие 20 на 20. Арки в виде фермы. Также есть форточный блок, состоящий из треугольных форточек друг напротив друга. Теплица большая, объемная. Кругу у нас уплотнительная лента идет, резиновая. Также перфолента с профилем торцевым. Наверное, на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.